Беларусь и Азербайджан развивают стратегические отношения. Об этом заявили главы государств Александр Лукашенко и Ильхам Алиев на встрече в Баку. Президент Беларуси находится там с государственным визитом. Мы очень дорожим доверительным, креативным партнерством между нашими странами, которое основано на взаимном уважении, дружбе и сотрудничестве. Отношения проверены временем, и думаю, что ни у кого не вызывает сомнения, что Беларусь и Азербайджан – это два надежных друга. У нас нет закрытых тем, у нас все открыто, мы обсуждаем даже, если бы услышал кто-то, какие вопросы, они подумали, какие же у нас отношения. Самые добрые, самые близкие, мы как братья общаемся. Мы одинаково понимаем мир, понимаем, куда он движется. Вчера. В повестке дня лидеров вопросы двустороннего взаимоотношения. Акцент на расширении связи в промышленности и сельском хозяйстве, а также увеличение двусторонней торговли. Перед расширенной встречей между двумя лидерами состоялся разговор в узком составе. Президенты обсудили региональные и международные вопросы, а по итогам этих переговоров стороны подпишут пакет документов. Спасибо. В Азербайджане растет спрос на белорусскую сельхозтехнику и автомобили. На совместном для стран Гянджинском автозаводе уже выпустили больше 13 тысяч тракторов «Беларусь», и стороны готовы расширять эту кооперацию.